Это что-то очень большое. Когда я увидела, сразу купила. Заклеиваем. А его точно будет каждый день одевать. Все-таки нужно ее вытащить из бумаги. Для ее помад, кисочек, она о таком мечтала. Всем привет! Я Маргарита. Я Ксюша. И вы снова на нашем канале Сестрички Лайф. Наконец-то настал этот день. Сейчас мы будем упаковывать друг другу подарки. Да, это у нас уже как традиция. Мы купили друг другу 24 подарка. А сейчас мы будем упаковывать. Начиная с 1 декабря, мы будем открывать подарки на нашем блоговом канале. Поэтому, если вы еще не подписаны, ссылочка в описании. Ну что, а мы будем начинать. Не забывайте лайк и подписку. Ну что, ребят, начинаем упаковывать подарки. Вот такой вот у меня наборчик с маленькими пакетиками. Это специально для адвент-календаря. Здесь даже наклеечки с номерами. Очень удобно. Не нужно писать цифры на пакетике. Так, вот такая вот веревочка, чтобы вешать пакетики. Дальше у нас есть прищепки, чтобы цеплять пакетики на веревку. И сами пакетики. Смотрите, они очень красивые. Есть серые и есть красные. И с рисуночками. Так, вот в этом вот пакете... Все подарки для Ксюши. На 24 дня. Интересно, что там? Там много всего. Я буду упаковывать вот такие вот пакетики. Тут тоже есть ниточка и прищепки. Обязательно наклеечки. И вот такие вот пакетики. 4 разных. Вот тут носочек, тут свечка, тут елочка и домик. Так, сейчас я посмотрю, какой подарок я в какой день буду дарить. Может быть, масочки на второй? Конечно же, сейчас же я вам все не покажу, потому что тогда вам не будет интересно смотреть наши влоги. Но несколько подарочков вы увидите. Так мило. Мне кажется, некоторые подарочки не поместятся в эти вот пакетики. Так, давайте выберем, в какой пакетик. Вот такая вот она красивая. Так, открываем пакетик. Где наш подарок? Вот. И вот сюда. Вот. Все. Вот номер один. Заворачиваем пакетик. И клеим наклеечку. Все, готово. Первый подарок готов. На второй день я хочу подарить вот такую вот бомбочку. Очень красивая. У нее есть такая, но только сердечко. Мне она розовая, а тут она фиолетовая. Давайте выбираю пакетик. Я, наверное, возьму вот эту. С носочком. Так. Наклеечку. Второй подарочек готов. Я уже упаковала подарочек на второй день. Клею. Наклеечку. Это очень большое. На третий день я хочу упаковать вот такую вот ручку и ластик. Выбираем пакетик. Елочка уже была, теперь выберем другой. Вот это вот. И вот это вам сюда. И закрываем. Наклейка номер 3. Клеим. Можно подарочек выбрать на четвертый день. Так, не смотрите. Давайте возьмем вот это. Это маска для губ. У нее такого еще не было. Так. Он такой легкий. Как будто ничего тут нет. Она подумает, наверное, что я сюда ничего не положу. Ксюша очень хотела покрасить волосы в зеленый цвет. И вот я ей купила краску для волос. И это у нас будет день 5. Вот домик. И закрываем. Вот у нас наклеечка 5. Заклеиваем. Все, готово. И на 6 день вот такой вот гель для душа. Он очень вкусно пахнет. Ксюша очень любит американские сладости. И, в общем, это такие шарики. Вот здесь разные слои и, наверное, даже разные вкусы. И вот здесь вот еще жвачка, по-моему. Так, такого. Это у нас день... Какой? 6? 7. Мой. Вот цифра 7. И клеем. Они отклеиваются. Но не все. На 8 день я хочу ей подарить вот такой вот набор сережек. Они тут все разные.
Она очень хотела вот эти крестики. Мы же ей упаковывали вот такой вот пакетик с ёлочкой. Кладем. Берем наклеечку. Тут тоже ёлочка. Так. Восьмой подарок готов. Я закрепляю прищепками, потому что наклейки отклеиваются. Это такой сувенирчик. Санта-Клаус. Это у нас уже 10-й день. Десять подарочков уже готово. Смотрите, какой он крутой. Тут нарисована Урсула. Даже мне нравится. Выбираем пакетик, давайте елочку, потому что у нас только одна елочка. Это серия из Диснея. Когда я увидела, сразу купила. Номер 11. Открываем. И закрепляем прищепкой. И на 17-й день я ей хочу подарить вот такой ремень. Смотрите, какой он красивый. Он не умный. Крутим. А его точно будет каждый день одевать. Так, надеваем его внутрь и закрываем. Клеим наклеечку. Готово. Вот смотрите, сколько у нас уже подарочков. Наклейки отклеиваются. На 14-й день я ей подарю вот такие вот патчи. Три разных. Тут у нее такой зеленый, фиолетовый и синий. Так, упаковываем. У нее уже есть вот эти вот. И вот эти. И вот эти. Какие-то у нее есть. Ну, фиолетовый есть и какой-то из этих у нее тоже есть. Упаковываем. Так. Наклейка номер 14. И прищепку. Все. На 19-й день я ей положу вот такого вот миленького олененка. Он вот так вот светится разными цветами. Очень красиво. Давайте покурим. Кстати, наклеечки подходят к моему одеялу. На 16-й день у меня такой вот лак для ногтей, фиолетовый цвет, ее любимый. Так, номер 16. И это прищепка. Так, на 22-й вот такой вот подарочек. Здесь копилочка. Она тут уже запечатана, я ее не буду разворачивать. Очень красивая. Прикольная. Так, поместится или нет? Только не порвать пакетик. Все-таки нужно ее вытащить из бумаги. Потому что так оно сюда не поместится. Смотрите. Какой огромный гамбургер. Посмотрим, теперь поместится или нет. Да, замечательно. Так. И это у нас номер 22. На 20-й день я хочу ей подарить вот этот органайзер для ее помады, кисточек. Она о таком мечтала. Вот в этот пакетик он не поместится. Значит, упаковываем в бумагу. И номер 20. А, наверное, догадаются, что это. Номер 20. Вот этот бутылек не помещается в пакетик, так что его нужно запаковать в подарочную бумагу. Так, закручиваем в трубочку. Долго она ее будет распаковывать. Заклеиваем. Так вот. И теперь клеим наклеечку. Номер 23. 22-й день я ей подарю вот это. Как вы думаете, что это? Так. Наклеиваем цифру. Теперь все подарочки сложу в пакет. Два. Номер 5.
Все, вот такой пакет получился. Убираем его до 1 декабря. Ну что, ребята, вот мы и закончили упаковывать наши подарочки. Мне уже не терпится посмотреть, что она мне купила. И мне тоже. Если вам тоже очень интересно, то обязательно подписывайтесь на наш влоговый канал. Ссылочка, как всегда, в описании. И, конечно же, подписывайтесь и на наш канал. И не забывайте ставить лайки. А на сегодня все. И всем пока! Пока!